Вольфганг Амадей Моцарт, симфония номер 35, хафнеровская, ре мажор, Кёхель 385, в симфонии 4 части. Исполняет Тихоокеанский симфонический оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Thank you.
Итак, вторая и третья части концерта Моцарта для кларнета с оркестром «Ля мажор», Кёхель, 622. Солист, лауреат международных конкурсов Атабек Расулов. Thank you.
Thank you.